Ну что, дорогие мои, всем большой-большой привет. Ребят, с мокрый святик будет как-нибудь потом. В силу того, что большинство из вас проголосовало, чтобы была следующая распаковка. У нас с вами сегодня опять большая коробка. Погнали. Я сегодня молодец, сегодня кучу дел переделала. И папиных, и своих. В банках, и платежки, и все-все-все сделала. И к мужу на работу успела заскочить. Слушайте, у меня к вам вопрос. У вас есть дети, кто, может быть, или уже отучился в 4 классе, но я имею в виду недавно, или учится сейчас? У нас на сбор денег на выпускной на фотоальбом составляет 3500 рублей. Мне как бы интересно, кто-то из вас вообще сдавал на фотоальбомы? Если сдавали, то в какую стоимость они вышли у вас? Потому что я, конечно, не знаю, какой там мы даже... У нас нет такого, чтобы нам предложили выбор там или вот это, или вот это. Я даже не видела, не знаю, какой будет фотоальбом. Мне пришла СМС-ка. Пришло СМС-оповещение о том, что будьте добры, сдайте 3500. Вот. Я, конечно, сдала, перевела, но... Блин, вот эта вот штука, которую я мне только прям в ноздрю влезет. Но у меня как бы интересует такой вопрос. Потому что вот недавно у нас просто был инцидент с садиком. Если кому интересно, расскажу в следующем видео. Что в итоге, не подними этот вопрос, мы бы не узнали, что родкомитет у нас присвоил себе денежки. Поэтому, ой, слушайте, ой, 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 что я вижу. Будет вкусная распаковка. Так, ну самое такое клевенькое оставим на потом. Давайте то, что я не вижу, как называется, например, вот этот кусочек. Сласти у нас. Был когда-то мой самый-самый любимый мелочек. Когда я любила все такое твердое, сливочное. Сластен. Это монолитный мел. Тяжелый. Привкус классный, сластёный. Погнали? Коробку сушит. Твердо-твердо. Тяжелая. Надо, конечно, разбивать.
Не буду мучить вас и мои зубы. У нас после крупинка остается до конца. Оживляем. Так. Сюда буду убирать. Погнали дальше. Вот это сливочный. Мне кажется, я его заказывала. Это прям такой жесткий бальзамел. Но поскольку я не помню его, я уже вижу, что это, по-моему, бальзамел. Что он такой? Оттеночек у него. Хотя, там что-то себе кусок тяжелый. Мне кажется, лосьонка-то потяжелее будет. Ой. Это не тот мел, который я думала. Нет. Очень маркий. Крупинку сохраняет до конца, но гипермаркет налог. Он напоминает какой-то мел. Мел пудру он мне напоминает. Угу.
достаточно мягкий, комфортный для зубов. Как глыба большая. Имеет железистые вкрапления. Немного, но они такие точечные. Советую к заказу. Ужас какой марки. И что? Я не могу сказать, что он прям сухой. И в меру жирненький, и в меру сухой. Очень комфортно для зубов, приятно грызть. Присутствует и хруст, и маркость. Хорошо. Так. Следующая. Настёна. Вот это, кстати, сливочный. Единственный мел из всей моей распаковки, которую я заказала, так как бы вроде бы брала, вроде бы нет, надо бы освежить память. Но я теперь могу сказать, что я его никогда не пробовала. Сорт сливочный я пробовала первый раз. И он очень достойный, хороший. Я знаю, она монолитная, она вкусная, она жирненькая. Ой, вот она сама прям в рот просится. Крупинка до конца. Начищено, все начищено. Идеальный кусок.
такая выпуклость, прям хочется по ней молотком бах и сидеть с комфортом хрустеть. Марин, налей папе кофе. Угу. Пожалуйста. Следующее у нас будет услада. Очень вкусный, очень вкусный. Само слово услада. Начиная от цвета и структуры, я ее вообще обожаю. Нет, вот здесь низ руки чистый, маркая. Пустить бомба. Кусать тяжеловато. Фенит вкрапление. Чистая-чистая.
Упала услада. Будем кривенько сниматься вот так. Знаменский. Рассаду знаменский в сухом виде я не очень люблю. Но это самый хрустящий мел в мокром виде. Самый хрустящий. Это божественно. Звонки не мог. Знаменский за песочный сорт. Он имеет большое количество мелких крупинок. То, что оставляла на самый-самый на потом, красный.
Красный — это крупничный сорт. Сухой сорт. Имеет такое древесное послевкусие, как грифель карандаша, ну что-то такое вот. И грецкий калий. Вот, получается, у нас уже есть донецкий, винницкий и этот узбекский. Только и так еле-еле завязывает. Я пока размотаю. Ну, как по мне, это навряд ли вам камера передаст. Из тех коленов, которые у меня были, он самый такой плотной текстуры. Вот, смотрите, он по текстуре, сравнивая с донецким и с венецким, чуть плотнее. Кто любит вкус сырости, подвала, таких вещей, это ваша тема. Во рту такой вкус сырости, что трэш. И он поскрипывает чуть-чуть. Не так, что там как-то очень сильно. Абсолютно чуть-чуть. Начал поскрипывать, когда водичка выпила. Так вообще не скрипел. Жирная консистенция.
Но во рту просто вот. Прям сырость, сырость, подвал, подвал. Мне кажется, он будет крутой в пасте. Угу. Все, мои дорогие. Я вас люблю, целую. У нас с вами осталась еще одна коробка. Не умела складывать. Некуда. В общем, все как всегда. Все. Люблю, целую. Пока.